Есть такая традиция – выбирать лучшие песни уходящего года. Телеканал «Интер» решил возродить ее. Уже завтра зрители увидят гала-концерт национальной музыкальной премии «Песня года 2013». Никакого жюри, никаких экспертов. Любимые мелодии выбирали сами украинцы. Подробнее Алена Центила. Каким был 2013 для украинских артистов? Исполнители подводят итоги на сцене. Самых популярных телеканал «Интер» собрал в одном концертном зале. 20 самых полюбившихся композиций выбирали по количеству ротаций на радиостанциях и прослушиваний на музыкальном интернет-портале «Элла». Артисты, получившие признание зрителей, удивляют необычными постановками и яркими шоу. Безумно приятно находиться сегодня здесь, безумно приятно видеть людей, безумно приятно поздравлять с праздником и, конечно же, безумно приятно поздравить сам канал «Интер» с тем, что музыка, она живет не только в сердцах людей, но и на вашем канале. Музыки на «Интере» будет еще больше. Телеканал возрождает традицию, полюбившуюся многим поколениям – определять самые популярные песни уходящего года. Мы все вместе возрождаем бренд «Песня года», «Песня року». Это очень важно, потому что я считаю, что украинский шоу-бизнес, украинская песня современная, вообще украинская эстрада этого заслуживает. Вся страна будет выбирать лучшего исполнителя, лучший дуэт, лучшее концертное шоу, в итоге лучшую песню. Да, мы в конце года узнаем, на самом деле, какую же песню пела вся Украина. Это то, что сегодня необходимо. Это прекрасно, что «Песня року» відроджується. Прекрасно, что украинские артисты можуть тепер показувати свої пісні. Є тепер де розкручуватися. Уже в следующем году любимых артистов и песни будут выбирать сами украинцы, голосовать на сайте проекта. Ну а сегодня звезды поздравляют любимых зрителей с новогодними праздниками. Я хочу пожелать вам хороших людей рядом. Я хочу пожелать, чтобы ваши семьи были живы и здоровы. И чтобы рядом с вами были только достойные люди. Ну а мы, в свою очередь, артисты, обещаем хорошую музыку ежедневно на телеканале «Интер». Я хочу вам пожелать быстрых лошадей, горящих мужчин, желанных детей и красивых, счастливых женщин. С Новым годом! Дорогие мои телезрители, будьте счастливы, занимайтесь любимым делом, слушайте хорошую музыку. Пусть у вас почаще будут слезы радости и счастья на лице. Хорошего настроения, счастья, здоровья и, самое главное, мира и согласия друг с другом. Прекрасных вам праздников, веселого застолья. Любимые артисты и праздничный концерт «Песня року 2013» завтра вечером, сразу же после выпуска подробностей. Алена Центила, Максим Чеблин, подробности, телеканал «Интер». Ну, мои коллеги готовят для вас подробности недели, итоговый выпуск, обычно рассказывающий об актуальных событиях последних 7 дней, на этот раз подведет более глобальные итоги, и вот о чем пойдет речь. Подробности недели подводят итоги не только минувших 7 дней, но и всего уходящего 2013-го. Какими людьми, событиями, нововведениями он запомнится? Что мы переживали, чего боялись, чему радовались, чем теперь будем гордиться, а о чем жалеть? И что заберем с собой в 2014-й? Эксклюзивные репортажи из разных точек планеты. В это воскресенье в 20:00.